Главное, без паники. В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализировали семью, вернувшуюся из Китая. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас мама и ребенок находятся в инфекционной больнице. Кировчанка с двумя детьми была в Китае на отдыхе. По приезду в Киров у одного из детей поднялась высокая температура. Плохо почувствовала себя и мама. Их сразу направили на обследование в больницу. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, коронавирусов у кировчан обнаружено не было. У них обычный грипп. У нас готово инфекционное отделение, боксы, куда будут такие больные госпитализированы и наблюдаться. Они уже будут находиться под наблюдением врача. Мы не видим оснований паники. Даже в случае завоза инфекции в другие страны, мы видим, что принадлежащим инфекционном контролю в целом оказание медицинской помощи, соблюдение личной гигиены, в принципе, распространения такой инфекции массово нет. Как стало известно, в Китае еще могут находиться туристы из Кирова. Несколько человек, которые оказались в эпицентре коронавируса, были вынуждены прервать отдых. Их эвакуировали. Что касается студентов, которые учатся в кировских вузах, но сейчас находятся в Китае, им, скорее всего, продлят каникулы до марта. Такое распоряжение сегодня для всех регионов дала вице-премьер Татьяна Голикова. Россия с завтрашнего дня ограничит железнодорожные сообщения с Китаем. Останется только поезд Пекин-Москва, который следует в том числе через город Киров.